Инспекторы ДПС получили информацию о возможном похищении мужчины в районе Курского вокзала столицы. Они приняли экстренные меры к задержанию транспортного средства, на котором увезли потерпевшего. В течение нескольких минут автомобиль с подозреваемыми был остановлен. В дежурную часть 6-го специального батальона поступила информация о том, что в районе Курского вокзала злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль, после чего скрылись. Информация была немедленно передана всем экипажам ДПС, которые работали в данном районе. На Павелецкой площади сотрудниками полиции иномарка была остановлена. В салоне автомобиля находились водители и 2 пассажира. Также в багажном отделении сотрудниками ГИБДД был обнаружен избитый мужчина. Для дальнейшего разбирательства водители и пассажиры были доставлены в полицию. Было установлено, что они вымогали у находившегося в багажнике мужчины денежные средства. Следственным отделом ОМВД России по району Басманный города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вымогательство. В отношении всех 3 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.